это имба, раса после двадцати. Все, я понял. Орк, жалующийся на андедовскую имбу. Это тебе вернулось просто после всех лет. Хорошо, что раньше это было по-другому, Мишань. Вы там халявили просто годами, не знаю, годами, с самого начала. Я тут эльфы нас халявили, надо. Сталлоне. Ну, извините. Мун, застраивающий тебя в базе. Не. Так, ладно, Миш, давай к игре. В это время в тот идет крипится на правую точку оранжевую, где выпадают хорошие девайсы. Ван крипится только декой с двумя скелетами на простой точечке, чтобы, ну, получить экспу. И, скорее всего, почти на втором уровне побежать харасить нычку от Тодда. Угу. Вот. Вот Seven Sage спрашивает, а что это у андедов такого стало? Вот действительно, что у них такого стало? А? Что? А? Что дали андедам такого? Нифига себе. Прочитай патчлог после 26-го патча. Их так бафнули нереально. Но так ты что не надо. От конкретного вопроса уходишь. Окружили в сторону. Окружили фута Тодда. А, вообще грамотно. Ну, сливайся дальше. Всех фут... всех... движение акалитов увеличили. А, ХП движение акалитов. Ребята, Сигурана, кто акалит в чате? Увеличили. Движение! Да. Увеличиваем движение. Давайте, ставьте ваше движение в чате. Какие там смайлики у вас есть? Так, кроме движения калитов. Ну, плюс зигура там, плюс 50 HP. Так, на 10% здоровья. Окей, что еще? Всех кастеров нереально бафнули. Всех. Всех. Что? Всех. Подожди. Да. Как всех? Ты не в курсе? Бафнули этих. Кого? Которых... Как их? Блядь. Что? Как Банджи! По губам тебе, нет. По губам! Ты совсем русский язык что-то забыл, да? Да, не, которые скелетов делают. Некроманты. Я упырь. Извиняюсь, как-то унижаю, нет, не унижаю, как это называется? Осуждаю? Обсуждаю. Вы ничего не слышали, да. Чуму обомов подняли, очень хороший бан. Да, ладно, чуму согласен. Так, что еще? Дистроф наконец-то баланснули, наконец-то хоть какой-то... Баф, баланс сделали, у дистроф минус 50 HP сделали. Mm-hmm. Вот. То есть на 5%, да? Тут. Неплохо. Да. Заживем теперь. Арбу опустили с пятерки на четверку. Ну ты продолжай, там. Ой, же давно не только... Уже пора. Давно пора. А, понятно. Ну ты как человек не заинтересованный, я понял. Ладно, давай на игру. Давай на игру. Давай, ну что ты молчишь? Давай на игру. Сам просил, давай. White and Nerdy пока что второй ДК. Тот не ставит нычку. То есть тактика от White and Nerdy не удалась. Он хотел нычку харасить, там специально крипился и т.д. и т.п. И тот перенимает инициативу, крипит зеленые точки на позиции у Вана. Угу. Что очень хорошо. Он теоретически он просто ворует его экспириенс. Ой, какая грамотная иллюзия. Смотри, сейчас еще сеточку кинут. А, сеточки нету. Нету. Айстроль не кидает. Ай. Айстроль трэппа кидает. Угу. Скелеты финдов вместо гулей в труповозках. Это меняет все. Вон, смотри, мистер Лайт говорит. Да. Скелеты, берешь, скелеты, да, финдов вместо гулей. Угу. Берешь ульту, такие делаешь, у тебя финдов. А это специально поменяли? Что? А, кстати, я не знаю, почему. Мистер Лайт, объясни, пожалуйста. Ну реально, это, видимо, под ульту деки. А, нет. Страта. Эй, ну хорош там. Реально меняют, если соло дека ты поиграешь. Надо страту просто придумать. Fast death. Fast этот. Raisin. Как он там называется? Raise Dead или как? Raise Dead. Ритуальный кинжал, да. Вот в каждой игре мы видим новый ритуальный кинжал, который позволяет андедам лечиться. Андеды очень хотели лечение, получили лечение, не надо. Опять же, френзи тебя подняли. Теперь Гуля с френзи чуть-чуть сильнее футмена. Что вот тебе? Видишь, уже какой дисбаланс. Да, да. А, Дредлорда бафнули нереально. У него теперь слип там очень дешевый, и аура Дредлорда в два раза увеличилась. И сварм на технику работает. Да. Да. Вот, соглашусь. Там все герои пошустрее стали, но это у всех, в общем-то.
Хотя... Не, Playdude в Ягилке порезали, не надо, не приходите. А у тебя была скорость у тебя у Блейда нормальная, и так максимальная. А под Виндвоком ты вообще мог с сапогами развивать максимальную скорость в игре, кажется. Если мне память не изменяет. Я про две агилы, я не про скорость. Да, какие? Это не твои были Ладно, хорошо. В это время пассивненько играем, крепимся. Тот наконец начинает крепить свою шахту. И, возможно, это будет какой-то тайминговый экс, потому что менты подошли и уходить не собираются. Ты два рефлекастера. Так, 36 он, да? Банк пытается получить третий уровень ДК, но... А, видишь, как он скаутит грамотно, скинет, да. Там чуть-чуть задержал Тодда, но не успевает получить третий уровень, Иван. По крайней мере, он принял решение отступить чуть пораньше, правильное. То есть, если у него не было и инфы, что там подходит, во-первых, он мог продолжить, типа, на этом магазине докрипливаться, и на молотке можно было потерять какого-то юнита. Короче, Ван действительно хорошо старается контролировать происходящее на карте. Единственное, что ему бы... Ну, он этого скелета отправлял, на самом деле, просто на эксп чекнуть. Вот, и он догадывается, что там, скорее всего, экс, потому что, ну, пришел оттуда Хоман, да. У него там инвентарь, у него там артефакт. Ты посмотри на деку, какие красивые у него девайсы. Реген и куча плюс силы. Да, а он тысяча, продаст, что ли, реген, 1070... Что ли? Зачем? А. Никогда не продавай реген деке. Смотри, ну, как ему перчатки надо. Он перчатки продаст, я думаю, он не такой. Он марбу... Смотри. Смотри внимательно. Ну я бы перчатки продал. Ну перчатки, естественно. Нет! Боже мой! Ну это андеды, их надо понять, понимаешь? Андеды всегда скряги. Они были всегда скрягами. Потому что им главное каким-нибудь способом вот в лимит 50 выйти. Любым способом. Побыстрее Т3, побыстрее арбу и побыстрее лимитер сделать. Поэтому в расход идет все. Ой, рейнджер, как какая сало, красивый. Очень хорошая инициация идет сейчас от Вана. Своевременный очень. Нет, диспела нет. Еще минус один приз, минус второй. Тот вообще разваливается, между прочим, здесь. Да. Попытка убить одного финда под... Сильно поздно закапываться начал, у него мог намного раньше закопать. Опять сало на МК. Хорошо. Тот медленно разваливается. Ну, да. Надо закапывать. А, нет, он хорошо подлечил этого финда. Обсидианки пробежали сквозь всю армию Тодда. Ой, красивая закопка от болта. Положил болт. Ой, смотри, какой Тодд делает лайтнинг шильд. А лайтнинг шильд-то бафнут. А, нет. Умер. Красиво. А стоял БТК, рядом не умер бы. Так, ну что, Тодд камбэчит, кажись. Маны нету у МК. У Вана есть лечение. Пора пропивать бутылку, видимо. Обсидианку доконтролить. Рифла. Обсидианка уходит вроде как. Вторая превращается в дистра, делается диспел, отходит назад. У него только сейчас дистры, что ли, появились, да, получается? Да. В тот момент, когда сделали Book of the Dead, он только начал делать. Ясно. Грейд. Ну и там экспант работает у Тодда. О, потерял что? Дистра. 59? Он потерял. Было только что 59, он потерял дистра и одновременно статуэтку, которая снизу МК за ней бежала. А почему он дистра потерял? Против Архимага. Ну ладно, не знаю. Я тоже не профессионал. Я не видел просто этого. Ой, лич! И маны не было на койл. Ай, лич пал. Рейнджика, правда, вторая. Будет тяжело. Да надо телепортироваться, делается, чтобы не растеряться здесь. И выкапывается. Хорошо. Ну, опять же, сейчас тот так быстро восстановит 50 и, наверное, даже сверх пойдет быстро. Ну, благодаря экспанду, что... Андету надо придумывать что-то очень быстро. Возможно, наверх резко красную и тут же на эксп. Как-то так. Не. Здесь два барака у Тодда под рифлов. То есть он, как ты сказал, очень быстро сейчас отстроит over 50. Ван вышел без ТП из дома. Ну вот как раз сейчас ему и денег на ТП точно не хватит. Крепится попутно. Тот тоже двигается в сторону красной точки через скорпионов. Ай-яй-яй. Меча не хватает его. Да. Ну слушай, ну если он там 10 лимита так бы не потерял, потому что тележка плюс дестер это на такой стадии 2 мега ценных юнита. Это больше 1000 за голды, нет?
Нет. Это получается по деньгам две тележки и один Дестер. Ну и что? Тележка 200. 200 на 30. Дестер 100 на 50. Не знаю, как у тебя косарик. Что за налоги у вас там? А, у вас 50% налоги в Германии, да? Да. Угу. Тогда понятно. Ну ладно. Бывает. Встреча 58 на... А сейчас нужно за эту точку в ванну сражаться. Прям вот Лича дожидаться и вперед идти. Более того, он... Блин, а для Тодда это очень, конечно, выгодно. Потому что у него... Он тут и неплохо... Получает болт ДК. Ну сейчас надо тыкать в... Теперь на развороте надо. Да-да-да. Сейчас идеальная позиция, чтобы сражаться. Инвул после сала. Прекрасно контрит. Присты спереди фокусятся. Первый. И там рифлы застряли у Тодда, смотри. Минус два рифла. Не доконтроливает. Вот это шанс теряется для Вана. Да. Сейчас закончится инвул. Ван отступает просто потому, что у него ДК в зоне риска. Он с СМКой ничего сделать не может. Рифлы красные, прекрасные. Сейчас под... Блин, он там такой злой. Вот тот не продает регенерацию маны. Ой, я жизни. Это хотел сказать. Это прекрасно. Смотри, как он лечится. Для Деки, который тоже постоянно на острие. Сейчас бы у него было намного больше HP. Да. То есть у него аура регенит, у него статуэтки регенят, у него много силы и был бы еще реген кольцо. Он бы не выходил из зеленого. HP. 70 лимита на 50, тот уже давит дальше. Да. А сейчас он покупает, блин, бутылку за 150. Смотри, он продал кольцо за 175 для того, чтобы купить разовую бутылку за 150, при том, что он бегает уже, ну, скажем, 2 минуты с неполным ХП. За 2 минуты сколько там отрегенит кольцо у нас? 240 ХП. 240 ХП. Да. То есть вот он... И при этом с аурой и со всем другим он был... Уже, да нет, при чем здесь аура? Если неважно какие там артефакты, ну, даже да, если плюс 100. Если у него не полной жизни, он бегает с ними, значит кольцо бы работало. Сейчас с Абомом пытается с одним. Там такое количество рифлов, страшно. Почему только у них только один грейд на атаку, не совсем понятно. Уже столько времени прошло делается и ресурсы. Второй поздновато он делается. Но здесь уже ГГ. Здесь же ГГ. Я уже не строю это важно. Там МК такой дикий, где кидается болт и фокусится рифлами. У них рейндж грейженный, нормально все. Тот пытается отзонить Вана, чтобы получить девайс. Да. Армию игрока атакует. Пытается фокуснуть, да, Ван тоже старается, но когда тебя на 20 лимита меньше, на 25 уже. Это тяжело. Сейчас. Скоро будет нового Лича. Может, что-нибудь он сделает. Ой, Дестер залетел очень плохо, прям на трифло. Минус Абом, скорее всего. Ой, слушайте, у меня... Да. Мне только сейчас сказали, что у меня звука из игры нет, хотя я в наушниках его слышу. Как вообще... Отлично задоджил Койл. Да, инвулом. Я после этого поставлю, друзья. Что ж вы молчали? Только сейчас увидел, что... Нравился твой голос, Мишань. Это как называется? ASMR. Есть звук, просто тихо, есть звук. Есть звук. Есть музыка в игре. Я слышу музыку и звук. Все есть, говорят. Говорю. Что? 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 Может, вот просто отключено все, и он слушает мой стрим. Смотри, я тебе. Армию игрока атакуют. Okay. Ну, Ван сейчас по-настоящему как такая убитая белочка, которая в кувейте лежит, и так лапочкой двигает, которую сбили. И пытается что-то сделать, но понимает, что уже здесь ничего не сделаешь. У рифлов уже грейд 2 на атаку. Минусует одного рифла, койл новый, но при этом теряется много всего. Получает Clock of Flames, Архимаг. Но это он передаст. Угу. Кайлы закончились у Деки. Как же дестройер отлетает от рифлов. Ты просто пролетел не по той траектории сразу. Трн, минус 3 хп. МК почти пятый. Сейчас, наверное, зафокусит одну финду. Я думаю. Угу. Вот сейчас, да.
Закопался. Идея хорошо. Хорошая, но, к сожалению, нет. Пятая МК. Да. Да. Можно писать ГГ и выходить. Там ставит Ван, пытается поставить Экс. Который сильно заранее... Там стоит ферма. Да, заранее палится. Ну, бедный Ван старается, контролит. Убитая белочек, как в Кювейте. Кювейт. Бедный, бедный. 80 лимит на 45. 1200 голды, то есть у него все прекрасно. Я там касл делает. Опять наслаждается тот. Уже вторую игру. Он может, кстати, спокойно идти сейчас третью базу под шумок ставить. Вообще ничего ему не мешает. Да он может даже базу поставить на месте Natural от Вана. Он ничего не сможет сделать против этого. Да. Но рифлы нереально жесткие. Это жесть. Они просто стреляют. Ну это их работа. Да. Что же мы еще делать? Кидается болт. И выживает на соплях. ДК провел, наверное, минут... Еще одну баночку. ДК провел, наверное, минут 8-10 с неполным ХП в постоянном контакте. Отличный койл в иллюзии, да. Красиво. Собачина. Давай еще бутылку жизни возьми. Совсем мы тогда кольцо окупим. Лича лечит. Рейнджик. Свиток лечения. Подрезает рифла. Но тот уже просто на мейне стоит и стреляет в разные стороны рифлёными. Через заклик просто уже здесь. Он, по-моему, уже АФК ушел. Интересно, когда накопится 75 ману у МК, он в кого молоток пустит? Кинет. Там все три героя. Да-да-да. Там выбор колоссальный. Вот он прорывается все дальше и дальше. Идет. Ай-яй-яй. И в этот момент Ван, ну он специально, он видел МК, он понимал, что сейчас ему пролетит. Это все равно больно, когда в твои герои даже в решающий, ну, когда уже все понятно, вылетает молоток. Да, Хумы, говорит, просто имба. Да-да-да, вот хорошо, на самом деле, что Хумам удалось найти стратегию. Вот.